Үмүт үтүү күннөн күндүк рәтчилер бүтэ хиге бу Чукускай бирини көрөт. Бүгүнгү тахары бүтэгар Чукускайдагы 18 номердәг асколага саңа кинеге сүрөктөн итигер ылжыттады бүт. Икки тенче сүй басылака беге осколу бүт сүй сахан белете бүт. Онно аналлах бу сүй бес күнүгер беге бастыкы кинеге бүтэн сүрөктөн бүт. Сетті сыл анара түгер Лена Петровна Афонская директор көңіләгініне беге бұ архив материалларын қомыйуыну история учитала Полина Семеновна Парфенова сағалабыда. Ол күрдік бұ бес глава түгінші тоғысы сүйірбе сылттан сәрі кенненағы кемінеділі ананар. Опсай он ағыз главаттан тұрар. Манна эптим курдук оскола историята, билинге юрек, сюрен кайската, библиотека, учебно-спомогательный персонал, методическая холбогтар үлелере, онна проекттар, конкурстар, түмүктер үлелере кирдилер денеде канада. Өрсылларга директор Дэвид Лидия Николаевна Максимова, онна ветеран учиталлар Галина Борисовна Сюндюкова, Прасковья Алексеевна Слободчикова, Эмма Михайловна Крымская, Людмила Александровна Аксенова, Прасковья Ксенофонтовна Рожина, Екатерина Аполлинарьевна Винокурова, Светлана Ильинична Слепцова, онна Клария Ивановна Степанова Ахтылара Кидлер. Оны тағынан осколаға арасыларға үйрәммет, оны табиғеге кен тұттар, выпускниктар бұд. Мария Кузьминична Гаврилова, Галина Ксентьевна Мординова, Татьяна Васильевна Амосова, Клара Владимировна Пиецкая, Елена Алексеевна Тимшина Иванцова, Игорь Иннокентьевич Колодезников, Артур Николаевич Алексеев, Раиса Анисимовна Зырянова, Ахтылара, Эмекетлер. Оннатан был Россияға учутал, онна ухуячы, Саха Республика тегер үле сылыгар бөкенгебет сүрақтан біте эмебегетін олы сүйердер. Кенеге тақсадыгар үлеләспет коллегалар бұтыгар, осколы выпускниктарыгар, төрөппеттер бітегер, мақтал тылбытын тірердебет, онна Дания Алмаз компанияға, Чолан редакторға, Петр Иннокентьевич Поповка, эме мақтал тыллар бұтын білдіребет. Тезінші тоғысы сүйбе ғылаққа, син балағыны ер, начальный школа өске бет, бе школа бет. Кені балам анықтен атын әреді. Вторая советская школа первой ступени день. Олада икис хевеской оскола бастыка сүйөкте. Бастыка концентр. Онну эте овсанын бастан биле үрагарыны банна сака херер токта бүтүр бүн үчүн концентрдарга аратыла бүтүр. Бу бастыка концентрга холобра первый класс кан первый класстан 6 класска дери үрөнөлөр эти. Оттон икис концентрга була ана доктор. Хеттистен и выше, до 11 класса, 11 класска дери үрөнөлөр эти. Вот. Ото оскола бут бастан кыракый диэга, мужской гимназияга турар эти. Ну, наха улахан болбатагата, олганыма икке дастагата. Бу хойко дери бар эти, берекке тетигер. Динне залы кутары. Эхилде көрбік көп болу. Вот. Онна, да, он смешанный школа денеді. Ага. Бастан балан онны трудовой еті. Антон трудовой дер холбам барандарды концентрдарға арартала бұттары. Вот. Ото, конечно, тоқ манны еді. Арас бұл школа алынна саха серігер Якускайға саха олыр еме аналлақ. Ененен мәннік тоғын оғылыны бір айда біттірі саха олырын. Онына кенерге анан саха кылағын арай біттірі.
он была на манекте на тавтра и на руческие классы ген, ага, отделение денатилрете. Он был на тихенче того сюбе икки, юбе юсаллаха был бы там. Вот. Вот он, обсайнан, ускола, халаячита, улхана директор деммедеде, заведующий денерете. Холода начальник класска с первого, бастыка класска, интердюс класска, это улох туспаманник эйке кордук, он заведующий доктор болалары бит. Вот он, билингиннен было холода, уэрэк салатын салаячита, заучтен была дебатта, урлпулана председатель совета денеревит. Это диктивай аттадахавит. Ну, так работали. А, антон Хюбевсаллаха мужской гимназии там арарбиттара бихи осколаны холовра арарамаран женской гимназия көрбиттере. Онна была она, где онна, бастыкы заведующийнен Протопопов Константин Михайлович Тенкихи, научикихите, үлелевите, активный бай, позициялах кихи, суруялларынан, архивный документы суруялларынан, иненен осколаны олох улаханник өрөкөтөк бите буги. Ата бу оскола тоха турарыда Аржакова улуса тэр. Билин Аржакова. Антан хүйбе түйет атут түйет сыллар даққа. Урақ даққар. Правительство урағы. Онна ол урақа балана хайыллар, концентрдары арараллар. Хабар бастык концентр, он икес концентр олок атын осколлар өрөнөлөр. Оскола учуталларын, онна оголорун де бу женский гимназияга калараллар, өрөттөрөлөр. Онны кини хонтаналата маннктен, толурата маннктен аттанар. Икес хевескей оскола бастык концентра бастыгы сүйүктен аттанар. Онна ол төт класс үйренер. Ага. Оттан экес концентр гавалана бәйіс алтыс олыр. Онтан дальше уже хеттісті ағалан 19 састыры дере үйренелер еді. Ол экес концентрға олыр. Онны табу манақаттан ұлдығы дейребіп болақатына архивка та элбақдык хеджибдым. Бу фонда хурулла хаддир 600-900 фондага. Онна де бу женская гимназия онлук самостоятельно осколы кордук болбутун. Онна де онна учуталлар холобра кимняк баалары дей. Тамара Ивановна Степанова, Тамара Ивановна Авдеева ден хэтта. Үлелевиттере. Онна валана ким Попова Мария Яковлевна ден. Кини валана үс балтылылар эте. Онна бару чуталлар эте. Ененен туқтавиттере. Педагогическа династия бол бутыр кэнники. Манна кинига келлер битин боламан били туға. Мистеті дей бэкка бед династияны келлер бэдақтыра. Че анысқырыя келлер екпетте биттере. 17-я школа – это моя родная, любимая школа. С чувством глубокой благодарности и нежности я вспоминаю свою первую учительницу – Анну Ивановну Ковинину. Она из плеяды педагогов-учителей. Старшая моя сестра Клара Авсентьевна тоже училась в этой школе у известного педагога Тамары Ивановны Степановой. Школа наша была каким-то теплым уголком в то тяжелое время. Детство наше, мы считаем, было счастливым, несмотря на то, что жизнь наших родителей в то время, военное, послевоенное, голодное время, было очень тяжелым.
Анна Ивановна очень сердечно относилась к нам. Она была не только педагогом, она была и воспитателем. И она стремилась воспитывать в нас активное отношение к жизни. И уже где-то в 4-5 классе мы в классе выступали в спектакле по роману Фадеева «Молодая гвардия». Олега Кашувова играла Светлана Спиридоновна, учительница английского языка. Потом она работала в аспирантуре Академии наук нашей. Вот. И я играла, значит, Ульяну Громову, поскольку у меня были длинные косички. Ну, конечно, этот наш спектакль произвел большой фурор. Анна Ивановна знала положение в семье каждого ученика. И в первом полугодии, и во втором обязательно обходила наши семьи. И, конечно, это было большим подспорьем, видимо, в ее работе. Я считаю, что она человек незаурядной личности, человек большого сердца. Она понимала, что нашему отцу Авсентию Егоровичу после того, как он в годы войны потерял двоих детей и в 44-м году маму, воспитывал нас четверых детей один, она понимала, что ему тяжело. И как, в какой-то мере я считаю, что она заменила нам мать. О ней я, конечно, могу говорить очень много и долго, но мне бы хотелось еще отметить, что наша школа была очень чистой, аккуратной. Это было такое теплое гнездо для нас. Большим праздником было посещение нашей школы первой летчицей Республики Ременниковой, которая была первой летчицей наряду вместе с Верой Захаровой. Вот. Когда она приезжала, она привозила, а это были годы войны, она привозила, я помню, железную игру такую, да, железную дорогу. И вот всю большую перемену мы играли с этой машиной, любовались этой железной дорогой. Она приезжала очень редко, и это было большим праздником для нас. Кроме того, мы еще какие-то спектакли ставили, то есть она пыталась в нас развить не только стремление хорошо учиться, но и быть активными в жизни. Она меня хвалила за то, что я с первого класса каждый день в доме дважды топила печку. Вот. Колола лед, очень любила колоть лед. И потом уже впоследствии, где-то постарше, 6-7 класс, мы с сестрой младшей соревновались, кто больше наколет дров. Уважаемые слушатели, уважаемые зрители, вот передо мной книга, посвященная истории формирования 17-й школы. Я должен сказать, что книга выпущена к столетию 17-й школы. И вот я держу экземпляр этой книги в своих руках. И надо сказать, что книга выпущена очень качественно. Вот оформление книги, содержание книги, все говорит о том, что те, кто готовил эту книгу, кто выпустил ее с большой любовью, с уважением, относится к своей школе, к истории этой школы. И я думаю, мы все, и те, кто и заканчивал эту школу, и вообще все жители республики должны, ну, относиться с чувством благодарности к тем, кто подготовил эту книгу, а это Парфенова Пелагея Семеновна, это Афонина Лена Петровна, это Варламова Марина Николаевна. Ну, это главные составители
Естественно, что авторы – это огромный коллектив и учителей, и выпускников этой школы. Я хочу высказать свои взгляды, свое мнение на вот содержание этой книги. Может быть, некоторые мои высказывания, мои суждения, они не будут соответствовать, ну, каким-то общепринятым оценкам, но это мое личное видение, так что всех, кто меня слышит, кто меня видит, я прошу извинить вот за такой подход к этой работе. Но прежде всего я хочу отметить, и это, наверное, самое главное в этой книге. Вот авторский коллектив подошел к формированию вот этого издания, вот этой книги, я считаю, с очень правильных позиций. А в чем вот эта особенность? Значит, 100 лет прошло с момента организации, работы вот этой школы. 100 лет – это огромный промежуток времени для жизни, я бы даже сказал, не одного поколения. Фактически это огромный промежуток времени. Что мне очень понравилось в этой книге, и в чем я считаю главное достижение этой книги, то, что авторы и авторы-составители, о которых я уже сказал, раскрыли в этой книге. Фактически в этой книге показано все становление образования как в нашей республике, так и во всей Российской Федерации за прошедшие 100 лет. Это по-настоящему историческая книга. И здесь я должен высказать благодарность и как-то вот мое личное уважение к авторам-составителям. Они взяли на себя очень непростую задачу. Вот если внимательно посмотреть даже на главы этих книг, вот смотрите, первые годы становления новой системы образования в Якутии. Раньше у нас были церковно-приходские школы, были там другие варианты обучения. Но вот после Октябрьской революции произошло, вот я бы сказал, революционное изменение во всей системе образования в Советском Союзе. Вот это вот, это открыть об этом, сказать, поднять исторические моменты, это очень большое достижение. Это очень серьезная и большая работа. Школа в годы гражданской войны. Мы ведь даже не знаем, и многие из нас не знают, жители республики, что творилось здесь в годы гражданской войны. Как пережила система образования эти непростые годы. Сколько мы потеряли школ. Сколько было сделано и какие были приняты отдельные правительственные документы для того, чтобы сохранить то, что было на начало вот гражданской войны, на начало этого периода. Школа уже вот в 30-е годы. К 30-м годам, значит, прошлого столетия, это когда шла фактически индустриализация, электрификация, вообще поднятие всего промышленного потенциала Советского Союза. И вот в этих условиях как формировалось, как развивалось, какие задачи ставились перед школой. Это
такой очень огромный, очень большой этап развития образования в Советском Союзе, который мы как-то так в общем называем, что это вот политехнизация образования. Да, действительно, это была политехнизация образования, потому что до этого все образование носило гуманитарное направление. Здесь появилась математика, физика, появились новые направления. Но тут еще в 30-е годы было принято еще одно важнейшее решение – это идеологическое воспитание в школах нового общества, воспитание нового человека. Это пионерия, это комсомольское движение, это партийное движение, это всеобщее обучение. Это вообще был коренной перелом вообще в системе образования в Советском Союзе. Ну, я не буду перечислять все эти содержания этой, я посчитал, монографической работы. Здесь и показано школы в годы Великой Отечественной войны, школы и в послевоенное время со всеми вариантами реформ. То мужские, женские школы, то, значит, их снова объединяли. В 50-е годы вообще было, ну, была масса реформ по реорганизации образования. Вот я даже на своем примере. Я окончил школу в 59-м году. Так ведь мы, выпускники школ, вот просто так поступить в высшее учебное заведение не имели права. Это право поступить нам давала школа. Вот нас окончило где-то около 25 человек, так с нашего класса только двое получили направление для поступления в высшее учебное заведение. Сейчас это вообще нонсенс, непонятное положение. Поэтому я считаю, что эта работа вообще такая, ну, будем говорить, научно-популярная работа. И, несомненно, вот это одно из величайших достоинств этой работы. Я считаю, что это, вот если ее хорошенько доработать, это я уже обращаюсь и к составителям, и к учителям, то, ну, фактически это, по крайней мере, канва будущей кандидатской диссертации. Ну, это мое такое мнение. Хочу отметить, как Игорь Иннокентьевич сказал, вот, создатели вот этой книги, я считаю, что она очень полноценная, она действительно многогранная, тут отражена многогранная деятельность 17-й школы. 100 лет – это, конечно, большой этап в жизни любого коллектива. И этот коллектив, я считаю, что он трудоспособный. И большую роль, конечно, здесь играет ее директор Лена Петровна Афонская. Человек очень требовательный, творческий. И в то же время она принципиальная. И в то же время я считаю, что она душевная, отзывчивая. И я считаю, что у нашей школы большое хорошее будущее. Много я могу сказать о нашей школе, но я хочу сказать, отметить, что Анна Ивановна, она была еще и хорошим воспитателем. Я как-то рассказывала, вспоминала, что отец как-то один раз привез нам птичек из Москвы, и я двух подружек пригласила, чтобы они послушали пение этих птичек. Ну и другие тоже просились, но я сказала, я же с вами не дружу. Вот. И в этот же день вечером, то есть на следующий же день, раздался звонок, и зашла Анна Ивановна со всеми моими школьниками, одноклассниками. Не глядя на меня,
презрительно отодвинув меня, она, значит, прошла в класс. И в это время как раз лучик солнца упал на этих птичек, и они запели. Вот. И все с таким восторгом, больше 2 часов, значит, у нас дома до прихода отца, значит, любовались, заслушались этим пением.